Всем привет, любителям пошаговых глобальных стратегий. Вы видите, слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет. И я продолжаю на уровне сложности божества проходить Sid Meier's Civilization 6. За Грецию Горга. С челленджем. О челлендже и вообще о начале всего этого действа лучше смотреть в первой серии. Ссылка есть в описании, в прикрепленном комментарии. Лучше начните сначала, там все объясняется, что-то вообще происходит. И спонсоры канала все серии видят сразу. Так что давайте продолжим наши религиозные войны. Я тут... Ну, в общем-то, надо плыть уже. Не знаю, надо ли мне шадапум обращать. Хотя вот по пути, наверное, можно. Вот тут есть... Тем более у нас Фес в союзниках, так? Подождите, может сначала все-таки снизить влияние других религий? Чтобы уже точно... Блин, кстати, вот зря я этого... Я не знаю, что у него последний остался. Каркар, блин. Каркарыч. Вот тут у нас есть апостол, да? Надо бы его попытаться завалить. Ну, в принципе, я больше апостолов у Вавилона не вижу. Я не думаю, что он тут сможет восстановить что-либо. Я бы уже поплыл к тем берегам. Причем надо их как-то в один кулак. Мы будем высаживаться в Австралии. С Австралии начнем обращение. То есть надо не использовать... какие у нас еще, еще раз, у кого религии остались? Значит, ацтек. Мы ее покорили. Православие покорили. Остался буддизм в Осаке. Иудаизм мы покорили. Ну, 6 городов, но на самом деле это все. Ну, Аравия в 8 городах, возможно. Хотя Аравия тут восстанавливается, и благодаря ей мы, наверное... В течение 11 ходов не должны... То есть, грубо говоря, когда здесь останется 9 ходов... А Каир не будет обращен в ислам, я так понял. То считаете, что мы уже этот кризис победили? Так, Всемирная выставка. Тут я тоже какие-то проекты читаю. Ну, в общем-то, ислам и буддизм. Причем меня больше, конечно, ислам беспокоит, потому что 41 город. У меня-то, конечно, 57. Я надеюсь, что я там на буддизм тоже буду параллельно влиять. Так, хищение средств, давайте... Давайте, может, полиграфы к себе посадим, чтобы они там у нас не убирали губернаторов. Не хочу пока коммунизм принимать, мне кажется. С другой стороны, там наследие будет от теократии. 0,5 веру на единицу населения в городах с губернаторами. Давайте попробуем посчитать, это сколько будет религии. 26, 36, 41, 53, 73, 79, 89. Ну, то есть 45, а ну вот еще... Ну, в общем, 100. 50 религий вход. Не знаю, а 15% скид... 50 религий вход, правильно? А 15% скидка, вот на покупку, например, апостола, 585. А без этой скидки, господи, сколько это будет? Ну, слушайте, наверное, 50 все-таки религий вход круче. Получается, нивелирует эту скидку. Хотя нет, почему, каких нивелирует? Если... 10, 50 это 10% от 50. А тут уже апостол 585. Не-не-не. Пока оставляем. Хреново посчитал. А, куда дальше пойдем? А нету тут на веру, да? Сортировки, черт. Опера и балет. Нужен ли нам опера и... Нужна ли нам опера и балет? Капитализм.
Профессиональный спорт. Пойдемте в профессиональный спорт, открою стадион. Развлекательные центры у нас тут вроде есть. Надо будет использовать. Так. Время захватывать Ахен. Блин, все бомбардировщики на АП стоят. Хватит ли мне, интересно, истребителя? Видимо, не хватит. Ладно, одного бомбардировщика какие-нибудь проатакуем. Там буквально одна атака нужна, чтобы Ахен захватить. Четыре очка за захват столицы. Ну, что этот клад? Там 8 ходов еще до следующей эпохи. Тут, кстати, египтянин тоже. Египет. Так, тут все еще моя религия. Просто к тому, что, наверное, можно и инквизиторов подтягивать. Железная дорога. Тут я сделал эти тоннели. Дальше. Тут апнем бомбардировщики. Пока мне пока непонятно, на кого нападать ими. Ну и тем более я еще и не вижу. Наверное, на Франкфурт надо. Я бы забрал Германию полностью. Да, Вахин, кстати, надо инквизитора, чтобы он тут почистил от ислама. Вахин, сохраняем. Я, тем более, не могу. О! Время запуска искусственного спутника. Наконец-то карту увидим и поймем. Хотя я уже практически ее открыл, на самом деле. Продуктовый рынок в Эфесе, рост стоит. А может тут не на науку тогда, а на религию переключать? Смысл мне в науке? У меня там Фес кучу будет давать сейчас науке. Канализация тут не нужна. Торговца давайте. Воскопоцалька. Ну, тоже я на религию переключаю и, наверное, археологический. В Ахене все ремонтируем. Сильно по лояльности отваливается. Ну, 3,3 нормально вообще. Вообще норм. Так, это мы все к Каиру ведем. Так, на 75 убирает влияние других религий. Тут танчик прокачаем. Угу, тут стерлинг. Да, я еще решил, что надо... Блин, тут последний, правда, заряд остался. Я бы, наверное, в сконе тогда лучше задействовал. Он ближе сюда. Буду араба обращать. Надо уже в эту сторону как-то, конечно, двигаться, несомненно. Так, продолжаем железную дорогу. Очень мне моя сеть железных дорог по нраву.
Я тут слышу, что ли? Больше еще сделать. Так как я 41 город ислама буду обращать, пока не очень себе представляю. С другой стороны, апостолов у меня много вот этих в нападения, которые, то есть по идее я должен именно начинать с убийства апостолов в начале. Вот там какое-то чудо, наверное, творец Паталы. Вахи не чудо захватил. Нет, чуть не. А, да, вот он. Дворец Патала. Поэтому универсальная карточка тут. Скорости роста. Торговая конфедерация. Первый посол и плюс 4 влияния. Или шпионы. Посмотрим, где у нас тут шпионы. Вкуска. Похитить ускорение захвачен. Этого я, наверное, к себе верну. Не, наверное, шпионов не хочу. Давайте дипломатию канонерок поставлю. Так. Денег дофига, может что-нибудь скупить в городах. Стадионы, может. Стадион Маракана. Ну, кстати, стадион и стадион Маракана вполне можно вот здесь, в Кагуане, попробовать сделать. О, 100% космическая гонка. Мне это не надо, я-то не собираюсь, типа, улетать, но вот Шумеру. Где вообще Шумер? Да не, наверное, пускай забирает. Вообще, хоть кто-нибудь космопорты строит? Ладно, я через 4 хода открою полностью всю карту, тогда увидим. Корея меня осуждает. Австралия меня... Ну, это за то, что я столицу захватил. Вопрос только в объявлении мне войны. Если кто-то объявит войну мне из тех, где я не распространил религию, вопрос победы религии будет под большим вопросом. Так, а я расщепление ядра вообще зачем открывал? Ради просто проекта Манхэттена в будущем, да? Ну, давайте в технологии скрытности выйду. Блин, я думал, Франкфурт мы увидим. Ну что, с Кёльна, значит, начинать надо будет бомбардировки, видимо. Какие-то катапульты еще ездят. Смешно. О, две лошади не обработаны. Нормально вообще? Я подержу здесь рабочего. Просто куча клеток у столицы не обработана. Давайте переведем этот бомбардировщик в Ахен, этот бомбардировщик в Трир. О, так, отлично. М-м-м.
Я бы, наверное, вот так продолжил железную дорогу. То есть мне вот сюда надо корабу скорее. Кстати, а может здесь просто эту сделать? Так, а почему? А, блин, Ереван не мой же. Тьфу ты. Блин, так я, может, зря тогда тут железную дорогу строю. Черт. Давайте перебросим сюда. Вот тут будем железную дорогу Вахен строить. Пригород в Шачикалька. Так, в Аргасе апостола покупаем. В Афинах. Так, какие у меня города сейчас больше всего производства выдают? Ну, понятно, столица, скорее всего. Теночтитлан и Афины. Ну ладно, давайте в Афинах тогда проект Манхэттен. Блин, надо не забывать переключить на веру, где я еще этого не сделал. Продуктовый рынок. Космопорт, Акрополь. Акрополь. Ну, не знаю, что с Эйфелевой. Только здесь. Не, ну рядом... Рядом с вулканом, мне кажется, нафиг надо. Молитвы в священном месте. Развлекательный комплекс тут, в общем-то, есть, который влияет. Можно Воскопоцалька. Аквапарк, может быть. Ладно, давайте молитву в священном месте. Изи могу эту Стефани Кволик купить за деньги. Но давайте дадим ребятам шанс улететь, а не поверить в то, что нет уныния. Ты класс, я рабочего захватил. Где, ладно, пускай стоит пока. На Медину больше всего синтоизм влияет. Давайте распространим, пожалуй, нашу религию. Так, тут уже взято, снижает влияние других. И давайте в два раза больше может распространять. Благодаря Еревану, конечно, у нас выбор прокачек. Так, пока подождем тут танчиком. Этого к себе отправляем. Ну, в столицу, наверное. What a grand sight this must present. О, чудо, должны реликвию дать. Котел из Гундеструпа. Я всего, на самом деле, три чуда пока... Нет, четыре уже, четыре чуда нашел. Не, подождите. Да, четыре чуда. Одну реликвию я нашел в руинке, и это три чуда от Канди. Способности Канди. Занзибар. 13 послов, может быть, все-таки куда-нибудь. Так, Бандар Брюней что делает? Ваши торговые концерны дают плюс одно золото проходящим или ведущим через эти города. Полное жилье от воды. Юниты, полный урод городским стенам. Цена покупки всех наземных боевых юнитов снижается тоже нафиг.
Айтхай — это культуру при постройке зданий, тоже неинтересно лично мне уже сейчас. Аншан — науку за каждую религию. Ну, такое, ну зачем мне вот наука, да? Кахокия — курганы Кахокии строить. Занзибар — корицу и гвоздику. Дают довольство. Ну, вообще интересно. А какой Занзибар хочет нанять великого флотоводца? Давайте, наверное, просто 8 этих отправим. Это и увеличило на 200 денег. И сейчас счастье добавило кучу. У меня везде плюс 4, экстаз просто. Ну, потому что нет унынию. Нет унынию, ребята. Оно работает. Сейчас я хоть увижу, сколько у меня тут апостолов вообще реально. Ну, по-моему, никак не может уже переконвертить в иудаизм Вавилон свои города. У него там один где-то апостол тотально раненый бегает. И все. Священных мест у него в его религии нету больше. Великое паломничество апостолов. Кругосветное. Мне надо вперед, конечно, тех, которые на атаку прокачаны. Вот эти, они должны первыми высаживаться, а за ними идти все остальные. Правда, опять же повторю, здесь Австралия вряд ли какую-то религию распространяет. По-русски маяк. Выполнили задание в Валетте. Ну, блин, я не буду ничего за веру покупать в центрах городов, поэтому я не буду Валетту союзить. Я думаю, можно заканчивать пока ход. Блин, прилично, конечно, апостолов. Прилично. Так, ну и заодно параллельно всех раненых сразу собрать рядом с гуру, у которого два заряда вот у этого. Надо как-то уже... Ух ты, ядерный синтез добыли. Вообще, Вьетнам уже вот здесь, да? Но при этом... Ну, ладно, я сейчас следующим ходом увижу всю карту, будем космопорты искать. Ну, типа, нафиг запускать вообще куда-либо что-либо. Не хочу. Шпион, шпион, шпион. Давайте инженера еще построю. Так, ну я бы с Франкфурта начал. Он тут более так по пути нам. Что тут за губ-команда в Магдебург отправляется? Ай, ладно, прокачаю. Блин, тут... Серьезно, вы здесь сделали эту ферму на лошадях? Ферма стоит. Роста. Очень сильно рост. Не хватало роста.
в городе. Прям. Так, тут у нас должен в контрразведке сидеть. Я, наверное, в дамбу посажу на всякий пожарный. Я вот не помню, вот люди вообще у них первым, когда против живых играешь, людей, не против мертвых людей, а против живых, они первым делом, конечно, дамбы ломают. Я тоже люблю дамбы ломать, потому что очень много урона наносишь. А вот здесь, наверное, в центре надо держать. Тут почему-то любят больше губеров выкидывать. Ну, в центре, потому что шпион еще и все в радиусе одной клетки, собственно, охраняет таким образом. Так. Может, пока Каир не трогать? В том плане, чтобы там этот ислам особо не уходил. Есть вот какой-то апостол здесь. Давайте пока так подойду. Так, археологически, давайте археолога купим. Собственно, и центр вещания купим. У меня что-то денег дофига. Канализация нафиг нужна. Строитель, кавалерия. А пошли молитву в священном месте. Короче, молимся на победу, ребята. Господи, дай нам победы. Я уже танчиком сюда встану. Так, этот у нас все техи тырит. Да я вообще лидер все равно по количеству технологий, прикиньте. Но мне Фес очень много науки дает. То есть вот Вьетнам вышел сюда, но у него минус 4 технологии по сравнению со мной. То есть это значит, что он... так... Но это, как всегда, что по нижней техе вот прошел вот так вот. То есть вот здесь. Скорее всего, у него открыты вот эти вот техи. Иначе так далеко он там не мог бы быть. Так, значит, как я и говорил, вперед выдвигаем всех атакующих. Тех, которые не атакующих, давайте сзади держать сразу. Собираем в кулачок всю эту... в атагу. Так, вот этих раненых вокруг. Это вот вперед. Боже, сколько у меня вообще апостолов, конечно. По-моему, больше, наверное, две трети хода, если не больше, занимает чисто походить апостолами всеми. Я поэтому, еще раз повторю, и не люблю показывать победу религии. Ну, давайте, не знаю, он тут раненый, я думаю, что, видите, разнесет религию, я думаю, что потерь точно достаточно. И в иудаизме у нас чисто Шотландия, которая не будет это разносить никак. Дуркуригалзу и Нгазаргаму тоже, которые никак не будут это разносить. Как тут влияние вообще? Ну, как ни странно, буддизма выше влияние. А что у него там взято? Может, у него какая-то... Нет, даже не укреплено, смотрите. Как буддизм сильно влияет. Мне вот сюда надо все-таки отправить кого-то.
мастерская, фабрика тут есть. Биржа. Монумент в Трире, тут все построено, да? Давайте строителя какого-нибудь. Или арену вообще. Вообще, здесь же куча бабла. Давайте мы арену купим. И зоопарк тоже, и строителя тоже. А строить будем конюшню. Нет унынию. Катя Махенджи-Даро все ждет. А как он? А, подожди, мне показалось, это обратился в буддизм. А Махенджи-Даро вообще никакой религии, что ли, нету? Да. Махенджи-Даро, где у него задание? А, нету уже задания обратить в свою религию. Жаль. Было ж. Вавилон меня осуждает. Мы же братья по вере теперь. Ну, не унывай, ладно, Хаммурапи, не унывай. Все будет хорошо. Ауч. Так, вот там бы мне не хотелось терять апостолов. Они у меня не прокачаны на атаку. Против араба. Че вот именно с арабом дебильно было бы апостолами соревноваться. Мы открыли всю... Так, Мертвое море, Глаза... Ну, мы спутник запустили, Бермудский треугольник. Так, еще у нас три этих... Так, пластмассы открыли, буровая платформа, рыбацкое судно работает, спецназ. И тут стадиончик. Лыжные курорты можно ставить. И бонус соседства для театральной площади плюс 100%. Так, шкатулка евангелиста есть... Эй, а какие там еще не показали? Цепи апостола и крест виноградной лозы. Реликвии нет уныния. Ну вот карта, в общем, в итоге. Я реально ровно в центре. Ну, точнее, чуть еще центрее инк, но по-хорошему я в центре прям появился. Тяжеловато, да. И смотрим, как у нас распространены религии. Вот ислам. Вот у нас граница ислама. Удивительно, что Аравия противостоит исламу. Не очень историчненько, но тут нам поработать придется, конечно. Слушайте, я даже думаю, что, наверное, в данном случае как раз не... Отправлять не апостолов, которые... Хотя... Ну да, они будут проходить сквозь, а остальные просто обращать эти города. С этой стороны. Так, куда дальше? В глобализацию пошли. Что-нибудь поменяем? Стадионы плюс одно... Ну, стадионы я сейчас могу купить просто. У меня точно стадион вот здесь, в Малиналька. Малавента, проложить торговый путь. Развлекательные комплексы. Я просто уже не помню, сколько у меня их построено вообще. По-моему, ну, как бы один я построил, а один я еще захватил просто. Вот, в Трире развлекательный комплекс. Ну и все. Собственно. Аквапарка тут нету.
Хотя в Трире тоже куплю стадион. Но, наверное, карточку на плюс один не буду ставить. Вот это. Мне достаточно того, что и сейчас есть. Хватит. Ну, следующим ходом заберем. Блин. Что тут за катапульта? Все стоит. Давайте мы танчиком его. Минус 4. Катапульта даже танк поцарапал. Мне просто даже интересно. Ну, то есть я себе представляю только, что танк наезжает на катапульту и щепки в гусенице за это... застревают. Только я могу такие повреждения себе представить, потому что чтобы катапульта вообще в принципе попала в танк. Невероятно. Я думаю, можно вот здесь проложить еще железную дорогу, вот так. Сделаем священное место в Тлакопане. Рядом с гаванью, чтобы паломники приплывали по озеру и сразу молиться, чтобы уныние уходило. Все починил прям, давайте продуктовый, наверное. Вообще Ахен какой-то маленький, 9 жителей всего. Ну, судя по тому, что там ничего не обработано, вообще не удивлен. Так, ну кстати, я, наверное, сейчас и использую гуру, чтобы не задерживаться. Видите, тут, ну, все остальные просто тут починены, да? Апостолы здоровые. Этих двух ждать не хочу. Поэтому давайте сразу вот так. И поплыли. А где мы будем высаживаться? Вообще нам надо как-то по центру. Вот скорее вот здесь, в Джелонге. В Джелонге этом. Вот сюда давайте. Миссионер такой еще вспомогательный плывет. Так. Блин, долго, конечно, плыть. Но идти, наверное, было бы еще дольше. Потому что идти мне надо вот отсюда было бы это все обращать. А лучше раз уже тут обратил, сюда плыву, а с этой стороны новых бы делал. Так, где у нас Аргос?
Так, ну ждем захвата Кёльна, чтобы там инквизиторами поработать. Так, а инквизитор у меня один? У меня второй был, но я вот не помню, использовал ли я его. Не, у меня вообще три инквизитора, подождите. Вот еще один. И вот еще один. Нифига себе. Лавенту надо союзить. Ну, гигантские головы... Не ради гигантских голов, а ради веры. Снижает. Давайте в этот раз два раза больше. Два раза больше снижает на 75% других религий. Тут надо отвалить. Так, знаете что, давайте мы... Гур уже у нас прокачек не имеет. А тут, в принципе, не важно, где в Афинах покупать, либо в Варгасе. Ну, Варгас ближе. Нет, давайте в Афинах гуру надо купить парочку. Нет, все, нет, не хватает религии, ладно. Жалко, на чужой территории я не могу железную дорогу строить. Ислам 43, нет унынию 62. Армии современных танков у Вьетнама. Но я, по-моему, тоже в современных танках. There may be no forgiveness for polyester. 43-62. Озарение всех технологий информационной эры. Это, по-моему, уже... То есть мне только раз, два, три, четыре. Ну, хотя четыре. Четыре, в принципе, но... Блин, а с другой стороны, а что я это смотрю? Ну, мне ж пофигу уже на науку. Мне ничего в науке уже не надо. И получили озарение всех технологий. Давайте после современных бомбардировщиков современные танчики сделаем. Потом, наверное, в роботы пойдем. Кстати, а уран-то у нас был? Я что-то не обратил внимания. На всей огромной карте 11 штук урана. Корея, Рим, Япония, Бразилия, Австралия, Вьетнам, Германия, Россия, Бат-Тибира, Бандар-Брюней. И у меня, кстати. Слушайте, на удивление, очень равномерно уран распределен. Не часто такое увидишь вообще. Лаба в Спарте. Энергии, но все равно в плюсе постоянно. Ладно, продолжаю молитву в священном месте, а везде читать тогда.
Так, можно больше бомбардировщиков, кстати. Ну, я следующим ходом буду уже покупать. О, биосферу могу построить. Плюс 200% производства у всех видов ветроэлектростанций, геотермальных и гидро. Ну, блин, у меня это ничего не стоит. И, в принципе, я это строить не буду. Так что... Наверное, нафиг надо. Давайте просто продолжим молиться. Видите, нам нафиг вообще ничего надо. Мы хотим молиться, и все. Только нету священного места. Давайте морской порт, а священное место надо. Как же мы? Ну, все, на плюс два. Так, Уанака, Кардив, Кунджу. Надо Корею как-то еще обратить, конечно. А тут уже Вьетнам-то близок, на самом деле. Мне, походу, как раз отсюда надо на Вьетнам идти. А этими, которые я сюда плыву, буду эти страны все обращать. Как-то так. Так, тут отхожу. Но, боюсь, могут завалить. Так, ну что, Франкфурт хватает забрать. Ну, уже ничего не отваливается немецкого. Ведь я все большие города забрал. Сейчас еще... Ну, вот это заберу. Магдебург сам отвалится, и все. Конец немецкой империи. Железо тоже не обработано. А, нафиг, никому не надо вообще. Кому в Германии нужно железо? Что за блажь? Что вы с этим железом делать будете? Есть! Так, в два раза больше. Так, 75% и в два раза больше. Пока вот это все беру. Так, апостол. Так, и возьму, наверное, пока гуру здесь. Ну, тут все в моей религии, тут пока некуда инквизиторов использовать, пускай на месте стоят.
Не хочется в Бермудский треугольник попадать. Бермудский треугольник перебрасывает вообще в рандомное место. Я не вижу там. Я прохожу мимо вроде. Вообще никакого флота не встречаешь. Где вот... Где хоть какие корабли вообще? У нас только апостолы умеют плавать в этом мире. А, о, не, вижу. Фрегаты и каравеллы Австралии есть. Но опять же, достаточно Австралии объявить мне войну. И возможность победить религии резко закончится. Так, лавенту 6 штук. Я просто хочу постоянно смотреть, есть ли какой-то смысл, то, что у меня там религия влияет, что у меня так много обращено городов, как, вот, есть ли какое-то давление здесь? Или мне придется потом там самому... Ух ты. Так, тут надо будет купить самолетики с этими варварами, разобраться. 44-61. Что-то больше стало. Было, по-моему, 42. Прошлым ходом. Знаете, я так думаю, что надо теперь уже прокачивать апостолов именно на атаку. То есть этих, которых я взял, что снижает влияние других религий, это да. Но новых уже на атаку надо брать. Кстати, а вы видели, чтобы компьютер когда-нибудь железную дорогу вообще прокладывал? А, давайте сначала я Кёльн поатакую. .22 сильно, но у меня следующим ходом уже реактивные бомбардировщики, я думаю... Еще веселее поедет. Кроме того, нам очевидно... Знаете, я даже гранату, скорее всего, освобожу. И... Мы пойдем через эти города. Подожди, гранада... А что гранада дает? По-моему, в гранаде что-то как раз на веру. Или это я путаю? А, Алькасары, нет. Алькасары не... То есть нам надо вот этими атакующими апостолами будет идти... О, тут у него восстание во Вьетнаме. Надо будет идти на Вьетнам с этой стороны. Да, я хотел посмотреть, кто-нибудь вообще, кроме меня, космопорты, вообще никто не построил. Ну хотя бы хоть кто-нибудь строит. Да это просто очень смешно. Я иду через религию, даже не... Вообще-то 9 штук, ребят. Но это в строительстве. Значит, Китай 1, Китай 2, 3, 4 космопорта в Китае строятся прямо сейчас. 2 космопорта в Шотландии. Правда, честно говоря, как это, 6 всего. Ну, 7 с моим, еще где-то 2 должно быть. А, и 2 у араба.
Ну, шотландец и араб, честно говоря, не очень себе представляю. Смотрите, араб и шотландец даже... Ну, то есть даже я их обгоняю по технологиям открытым. Поэтому я не знаю, что они там строят, зачем. Каринф биржа. Логистика промышленной зоны или инвестиции? Что нам тут интересно? Торговец, 25 туризма. Нафиг надо. Инженер на 3 довольства. Тем более... Вообще у меня довольства тоже дофига. С другой стороны, давайте, наверное, по очереди просто логистика и инвестиции. Так, значит, берем опять, может распространить. Ну, впервые проходя мимо чуда, конечно, круче было бы. Тут 3, а не 2, но, блин, так чудо надо идти. Вот, я буду участник дискуссии, но это у новых буду брать. Что тут просто в 2 раза больше. Не, мокша, слушайте, вот на эту прокачку неожиданно это очень круто, если вы пытаетесь в религиозную победу. Нефть давайте обработаем, хотя и нефть у меня вроде норм. Капы, хотя три всего, ладно, обработаем. Так, и это на количество раз. Судя по тому, что нам доступны практически все прокачки, на самом деле в мире не так много апостолов, похоже, все у меня. Даже можно сравнить по вере, но нас волнует только вера у Вьетнама и Японии, пожалуй. 19, у Вьетнама 30, а вход 166. Прилично, у меня правда 653, 166 и 58. О, слава богу, тут Вьетнам нападает на Германию тоже. Голосование. Не, наверное, давайте как раз... Там хоть кто-нибудь вообще проект-то делает? Хоть кто-нибудь... О, Китай наконец-то начал улетать. Так. Ну, наверное, лунную экспедицию следующую. Или может эту запуск первую пускай тоже снижается. Нет, снижается. Снижается производство на 50, все верно. Ну, не знаю, давайте за Вавилон проголосуем. За себя и всемирные игры. Снижается операция Иви. Ну, предположим. Гильгамешу плюс 4. 2 очка Педру. Что, 64 деньги добыто, вау. Ну, типа, следующим ходом религиозная агрессия проваливается, как я понимаю. Похоже, я два хода, что ли, пропустил. 20, 30 и 31, но, прямо скажем, там ничего особо интересного не было. Просто двигал апостолов. Вот тут сейчас пытаемся... О, эти мне пытаются убить именно гуру. Так, ну, во-первых, давайте вот этого парня завалим. Во-вторых, гуру у нас может еще вылечиться. О, видите, убийством апостола уже Хатин переметнулся практически в мою веру.
блин, чуть-чуть не хватает. А, у него как раз повышение на дискуссию. Тут не добегают случайно, нет? Забирать гранату тяжеловато пока. Не знаю, я бы, наверное, вот забрал гранаду и ульм. И можно было бы мириться с ним, потому что вот это все остальное у него, скорее всего, просто отвалится. Так, что тут? Во-первых, мы сейчас используем лечение у гуру. Он исчезнет, правда, но зато мы вылечим ближайших апостолов. Так и так. Вот и что тут арабу делать? Он новых уже точно не может нанять. У него осталось 3 апостола. Вот этот сложный, но я думаю, что там тоже разберемся. Тут главное своих не терять. Я бы тут просто постоял, пока там этот. Так, к религиозной силе. А что я могу еще взять? На 2 раза больше снижает на 75 с утроенной силой. Мимо чуда. Жалко, нельзя еще раз на плюс 20 взять. Это, конечно, было бы все. Но давайте, наверное, просто снижает влияние других религий брать. Второй прокачкой. А тут можно... Ну, значит, теологическую эту фигню. Участник дискуссии. Как вся Греция молится. Просто... Просто молодцы. Вот молодцы. Так, подождите, я этим истребителем... Да, атаковал уже. Так, тут железная дорога есть. Будем губернаторов нейтрализовывать. Так, поехали дальше. Снижаем на 3. Значит, ну, сердечко это 75%, когда с Мельбурна начинаем.
Он, наверное, Сидней. Но в любом случае здесь мы сначала убираем. Этих не используем, потому что эти у нас там биться будут. Вот этот с тройной силой добежит сюда. Есть. Дальше. Ах, закончил ход. Чувство золота. Нормально поработало, кстати. Блин, я реально столько веры получаю просто с феса, что у меня можно было кампуса и не строить, получается. Плотины никто не строил из компьютеров, а нафиг надо. Подумаешь, затопит. Нам на самом деле как-то вот вниз надо с Римом и Китаем разбираться. Блин, и у нас останется, получается, Корея и Япония. Блин, тут обратно вон шотландские города еще обратились. Блин, что мне в Шотландию еще отправлять? Не знаю, как-то я поражен, что как-то слабенько мои города все равно действуют, моя религия действует. 29, вот тут буддизм сильнее вообще, хотя... Вот, смотрите, в Стерлинге, вон сколько городов вокруг, да, в моей религии. Тут, конечно, важно, вот, видите, тут меня вообще апостолы не встречают, и уже не так легко обращать города становится. Блин, араб каким-то образом Пекин в центре всего обратил, посмотрите. Сейчас заметил. Блин, наверное, уже просто вот надо без всяких убираний религии вот так делать. Потому что тут много зарядов у апостолов, а тройной этот... Видите, с тремя апостолами уже нету ислама. Мне кажется, вот этими надо мне в Рим идти. В Рим и Китай по пути. А туда отправлять только вот на теологическую битву. Ну, то есть просто вот в Чэнду, например, сразу работаем. Так, и с утроенной силой. Но этого тоже вот Чэнду куда-нибудь. Серебро разграбили. Куплю бомбардировщик специально против этих варваров. А Ютхай бомбардировщик хотела современный. Видите, тут проход очень тяжелый опять через Кахокию. А у Китая тут какие-то горы сплошные. Но я не вижу, кстати, у Вьетнама-то апостолов опять же.
катастрофическое извержение. Реликвия — это потому что кризис прошел не в пользу Вьетнама, и мы получаем реликвии с арабом. Меч, скашивающий траву. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь реликвий. Что-то не видать вообще апостолов больше арабских. Вон один, вон второй. Так. Ага, этот с прокачкой на общение. Давайте, наверное, так. Так. Вот этого. Приговариваем. Да куда ты пошел? Я ж сюда кликал. Ой, Jesus Christ. Блин, я не знаю, тут что-то проблема с Кореей и Японией скорее получается. Давайте, наверное, туда отправлять. Я не думаю, что меня встретят апостолы буддизма, честно говоря. Скорее вот сюда надо, опять же, на усиленное распространение. То есть этого берем. Так, как он тут быстрее пробегает сюда? Ух ты, два хода всего. Как это? Друзья, а куда он заходит, чтобы тут выйти? Ха, смотрите. Он заходит в этот тоннель, пробегает сюда, потом отсюда в этот тоннель. И вот это все соединено уже между собой, и выхожу здесь. Охренеть. Тогда мы вот сюда идем пока. Здесь апаем на распространение, убирает 75%. Этого сюда же за ним, этот будет с тройной силой распространять. Боже, смотрите, как тут все изранено. Так, давайте кого-нибудь. Не хочется сейчас гранату сильно убивать, чтобы не забрал Вьетнам. А убийство этих еще дает культуру и очки эпохи.
Произошло все-таки извержение, и ранили мне инженера. Ох. Так, все еще стою здесь. Апостолами готовыми ринуться. Фермы на селитре нормально? Ну, теперь можно и гранату пообстреливать. Блин, современные бомбардировщики не убивают современные ПТ-команды. Где? Почему у меня нету проведения диверсии на производстве? А, уже кто-то сломал. Ясно. Блин, тут же был губернатор. Надеюсь, там будут все-таки какие-нибудь апостолы ислама. То я так всех туда направляю. Именно биться, а там, знаете, придется просто обращать. Вьетнам, типа, ну, просто давил на всех вокруг. Вот все никто не принял, ну, знаете, не основал свою религию, поэтому и все распространилось так. А, смотрите, вот есть железная дорога. Китай из Пекина в Сиань построил. Вообще не видно никаких апостолов Китая, нормально? То есть просто Вьетнам основал когда-то религию, она вот так сама, в общем-то, и распространялась. Нормально, нормально. Вот бы мне так, а не миллион апостолов делать и водить их по всей карте.
Это великая стена под вулканом сделанная. Бразилец осудил. Окей. Это Йоханнесбург. Кого там Германия захватила? Инженера, что ли, или рабочего? Не, рабочего. Не знаю, как вам это смотреть, но мне очень скучно сейчас просто вообще. Ну очень. Не видать апостолов у Вьетнама. Ну, мы с двух сторон тут получается. Эти, если что, нападать будут. Если все-таки апостолы где-то найдутся. Не представляю. Не, у него просто нет уже апостолов у Вьетнама. 170 веры. Я сейчас все у него обращу, и все, там вопрос только обращения вот этих всех городов получается. Вы верите, что я это успею сделать до того, как кто-то улетит? Улететь тут пытается только Китай. Я просто к тому, что, ну, вы уверены, что вы хотите смотреть это все полностью? То есть, интрига была только в том... Если я вот сейчас сюда приду, и у Вьетнама, Вьетнам как-то сможет сопротивляться. Поэтому я просто предлагаю, давайте я, ну, сокращу. Она и так будет сейчас очень длинная, это последняя серия, я уже... Слишком затянуто. Слишком затянуто. Поэтому давайте я просто запущу запись, когда уже вся планета будет обращена, там, перед последним ходом, например... Я просто думаю, что это еще ходов, ну, 20. А зачем вам это смотреть, окей? Ну, если вы возмущены таким моим решением, то, конечно, возмущайтесь в комментариях. Правда, я не вижу, что вы тут можете такого пропустить. Тут Рим и Китай с Австралией сопротивляться не будут, потому что у них нету своей религии, соответственно, они апостолов... Да, они даже, наверное, священные места нигде не строили. Давайте я просто гляну. То есть сопротивляться... мог Вьетнам, я думал, что с таким количеством ислама он как раз и будет сопротивляться. Оказывается, так, смотрите, у Рима нету священных мест, у Китая вот одно есть. Наверное, он надеялся религию. И вот у Австралии, которая уже в моей религии. Кстати, у Вьетнама всего 4, да нет, 5 священных мест. Так что, наверное, сейчас... Включаю запись и включу уже ближе к концу. Или если будут какие-то проблемы, например, с Японией, или кто там будет улетать, окей? Ну вот, час 10 прошло с момента, даже чуть больше, и, по-моему, 8 ходов. Включаюсь просто показать. Ну, мне осталось Рим. Тут, на самом деле, не показано еще Корею. Корею и Рим обратить. Корея просто ни во что не обращена, поэтому ее тут... Нету в списке. Ну и Рим буквально тут, не знаю, один город, наверное. А вот. Пока меня не было кризис агрессивный. То есть, ну, религиозная агрессия, это ладно. Тут еще то, что я Трир захватил. И в эту агрессию вписался только Инк, например. Вот можно же было, да,
То есть Инк вообще тут никак не мешает победить религиозно, вот тут вот в центре. Кто угодно мог еще, и араб, и китайцы, тот же Вьетнам, например, вписаться в военную агрессию, чтобы моим апостолам не давать обращать города. Ну, нафиг надо. Нафиг надо. Пускай я побеждаю. Сейчас будем пробовать, кстати, это сделать. Так, по-моему, Рим... Так, сколько у Рима городов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять из них. Пять в моей религии, да. То есть Рим уже обращен. Значит, мне осталось только Корею. Я даже... Японец вообще никак. У него один миссионер. То есть вообще никак не сопротивлялся здесь. Просто. Можем даже вот так сделать. Что у нас с Кореей? Сколько городов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать. Напоминаю, религиозная победа — это когда половина городов во всех цивилизациях обращена в твою религию. То есть нам надо шесть городов здесь обратить. У нас пока только Сеул и Кунджу. Наверное, надо вот эти всякие маленькие... Чхучхон... Тегу. Есть обращено. Я дальше особо... Даже особо ничем другим не буду заниматься. Там что, араб скорее воюет, что ли? Да. Хм. Ну, пока они воюют, мы обращаем их города. Даже, наверное, гифу тут чисто мимо пройду, хотя тут долго идти придется. На самом деле тут все пропускал уже. Это неважно абсолютно. Тут обстреливать моего робота. Уже тотально все. Я Вьетнам весь... Вьетнам вообще никак не... Мне больше всего сопротивлялись Россия, Вавилон и араб. Причем, наверное, с Россией даже самое сложное было обратить. Вот эта последняя часть, это, пожалуй, вообще самое скучное, что мне за последнее время приходилось делать вообще в жизни. Просто ты строишь апостолов и их куда-то отправляешь. Это, ну, настолько скучно. Это, наверное, последний раз, когда я пытаюсь религиозную победу вам показывать. Потому что, ну, это не сложно, это скучно. Это просто очень-очень скучно. Где... Давайте, ладно, готов спортсменов, пофигу. А, с улетом, ребята, смотрите. Хамурапи умные материалы открыл. То есть он открыл все вообще, кроме ракетостроения. Сандок открыла все, кроме ракетостроения и спутников. Да? То есть самое важное открыто, сделано. Кто тут еще? Роберт Брюс строит проекты, но он нифига не открыл, и они даже отстают от меня по науке. Причем я их опережаю по науке, вообще не вкладываясь в нее по-хорошему. Я все в религию. То есть я бы мог победить наукой, на самом деле, намного раньше, ребята. Вы хотели какую-то другую победу, я вам ее показываю. Но это просто, это первый и последний раз, блин, с этой религиозной. Вьетнам открыл все. Все открыл, но космопорты мы не хотим строить. У Вьетнама есть все, но ничего не будем строить. Кто тут еще? Немец тоже. Ну, немцы, правда, захватываю. Все, у остальных... Я тоже уже все открыл давным-давно. Это уже практически, в общем-то, последние... О, тут уже практически в конце. Но если бы я вкладывался в науку, я бы уже все открыл, я бы уже, наверное, улетел. Я бы сказал, ладно, давайте уже оставить все это на месте, не будем заниматься всеми этими самолетами. Чисто уже надо закончить религией. Смотрим, что у нас тут. Есть Рим, осталась, собственно, только Корея. Все остальные государства уже под моей религией. Так, общее. К сожалению, не показывают количество
Господа, ну вообще 113 городов и 11 у ислама, 8 у буддизма. 11 у ислама, это, они тут все разрозненное такое, типа Франкфурт, Митхо, ну, понятно, да, то есть оно постепенно... Ну, вот это тоже поражает, вот все вокруг, да, в моей религии, но оно довольно долго еще обращается, вот эти города, у моего 66 ходов унса, например. Так, сколько уже у корейца? Раз, два. Эти не обращены, а вот эти просто чистые. Так, ну давайте попробуем, наверное... Нет, вот это, наверное, не обратиться. Так, давайте... Давайте вот этот обратилось. Дальше. Этот, он с утроенной силой обратился. Теперь, наверное, Канджу обратился. И Хатуса обратил. Ну, по идее, это победа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это все в моей религии, в моей религии. Денег от религии просто, смотрите. 350 вход. Австралия обращена, Рим обращен. Ну, похоже, все. Я, конечно, сейчас еще направлю сюда, типа, в Санджу. Вдруг еще не все. Да, все, хватит, самолеты. Никуда больше не летим. Роботы стоят на месте. Вообще поражен. Я считаю, что тот, кто играет через религию, им надо запретить роботов строить. Что-то типа... Побеждаешь религии, роботы... Какие роботы? Вере... Какой может быть прогресс, да, у религии вообще, в принципе? Какой-то штраф должен быть к науке, мне кажется, нет? Есть верующие вообще, кто меня смотрит? Вы как считаете, это совместимо вообще? Я имею в виду церковь. Не то, что не вера в... какой-то высший разум, да, что-то есть неопознанное. А вот именно вот эта церковь, обряды. Я просто уже беру. А бы взять. Я говорю, японцы один миссионер был, тоже неизвестно, как тут буддизм. То есть буддизм распространился только потому, что рядом не было более сильных религий. И ислам. Там араб, ну, араб просто слабенько развит был, поэтому все там распространилось в итоге. Не хочу пока Shift Enter нажать, потому что не уверен, что мне все-таки засчитают победу. Надо... Ух ты, как тут он быстро... Конечно, вот благодаря этим тоннелям как-то очень быстро у меня пробегают мои миссионеры. Ну что, будет победа, нет? Ставлю на то, что должна быть сейчас победа, вроде как, по всем моим подсчетам. Но эта концовка очень муторная. Я, то есть, вот я поэтому так дико не люблю. На самом деле, туризмом попроще. Потому что тебе не надо вот все государства брать. Ну, конечно, из-за того, что очень много цивилизаций, несомненно. Чисто поэтому. А туризмом вы просто можете концерты играть в ближайшие... Не, нифига не закончилось. Да что ж такое? 14 с 15. Ну, судя по всему, Япония... Все-таки Корея нет, да? Еще один город буквально корейский нужно обратить. Но, по-моему, тут победа засчитается вот прям именно в тот момент, когда я его обращу. А, все. Вот это последний город был. За это подзависло. Я не знаю,
вот вы как зрители, по-моему, последние две серии, это, наверное, будет два или больше часа вообще идти. Последние две серии имхо вообще тупо неинтересно. Лично мне было дико скучно, никакого вообще челленджа. По поводу этих обвинений, ну, понятно, что если бы я объявлял войну постоянно сразу, я бы просто не мог победить религии, они бы убивали моих апостолов, это естественно. Но мне кажется, все-таки сложнее, когда ты конкретно объявляешь войну встреченным цивилизациям, а не вот это. Мне, получается, войну объявил только ацтек. В итоге все остальные в плохих отношениях, но типа постоянно ничего вообще, никто мне войну не объявлял. Поэтому сложнее, несомненно. Я следующую планирую на божестве опять с челленджем за самую слабую по вашему голосованию цивилизацию играть. Угадайте, какую? В рейтинге цивилизации я об этом говорил. Вот за нее буду играть, и там все-таки опять вернусь к тому, что буду объявлять всем войну. Просто при объявлении войны практически невозможна никакая другая победа, кроме научной, вот на такой огромной карте. Ну блин, ну вот этим заниматься миссионеров-апостолов, я даже задержал последние серии для спонсоров, потому что мне дико скучно это было это делать. Ты когда проходишь игру, это интересно, а вот это в конце, я не знаю, это, по-моему, бред полный. Но люди хотели увидеть, да, я помню, кто-то писал комментарий, что типа победу абсолютно не под эту цивилизацию. Вот Горга победить религиозной, вообще религии вообще никак не заточена. У нее нету никаких бонусов на то, чтобы побеждать религии. Пожалуйста, как это делается? Интересно было, мне кажется, вот примерно, когда мы Россию и Вавилон обращали. Дальше просто, я думал, я хотя бы приплыву к Вьетнаму, и он там что-то посопротивляется. Ни хрена, вообще ничего. Этот араб больше сопротивлялся, чем Вьетнам. Хотя у Вьетнама этот ислам офигительно как распространен. Ладно, на этом все. Те, кто проходил параллельно со мной, расскажите, как у вас было. Ну а зрители, ваши впечатления и что бы вам хотелось увидеть в следующем челлендже. Пожалуйста, только не надо про эпическую скорость. Это просто, ну, долго. Я уверен, что я смогу пройти эпическую скорость. Единственное, что если там меня вначале убьют, потому что у нее там куча юнитов, и что? То есть, ну, отлично, меня убьют в начале. То есть, причем тут сложность вообще? Во всем остальном, какие еще вот можно настройки такие поставить, чтобы сложнее было? Пишите в комментариях. Спасибо, что смотрели. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!